штрафной площади. Сара, это удар, гол! Сарате! Мауро Сарате заставляет улыбаться Эдуардо Рея и стремится, целует футболку. Сарате стремится к трибунам. 1-0. Лацио выходит вперед. Очень важный гол для хозяев поля. Лацио забивал два матча подряд. И наконец-таки команда отличилась. И Мауро Сарате забивает второй гол в чемпионате. Еще раз посмотрим. Маури. Отличная, шикарная передача Маури. Точно ход Сарате. Сарате два касания. Грудью обработал и с левой ноги послал мяч в дальний угол, оставив Десантиса в полупозиции. Фактически 1-0. Лацио выходит вперед. И очень приятно, что голы в нашем матче появляются уже на 15-й минуте. Лацио, Наполи 1-0.